Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Если не хотите пропустить свежие новости шоу-бизнеса, обязательно подписывайтесь. Каждый день мы публикуем актуальные новости из мира звезд и кино. Буквально 5 минут назад к нам пришла до боли прискорбная весть. Российская и советская актриса Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни. О причинах кончины не сообщается. Известно, что в последние годы артистка страдала от тяжелой болезни. Наталья Величко родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. В Москве она окончила в ГИК. В 1963 году актриса дебютировала в кино, снявшись в роли Аси в фильме «Тишина». Актриса наиболее известна по таким фильмам, как «Охота на изюбря», «Ураган приходит неожиданно», а также «Щит и меч». Актерскую карьеру Величко завершила в 2000-х годах и в последние годы жизни почти не снималась в кино. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.